России Людмила Васильевна Максакова. По традиции, два слова перед началом. Терренс Макнелли – один из самых знаменитых и заслуженных современных драматургов Америки. Он награжден 4 премиями Тони. Это самая высокая американская премия в театре. Престижными премиями «Драма Деск», включен в зал славы американского театра. И еще одна внеконкурсная, 5-я, Томми, за заслуги перед театром. Любопытная деталь. В 22 года, когда он закончил Колумбийский университет по специальности английская литература, он пришел работать в Нью-Йоркское объединение драматургов на должность менеджера сцены. То же самое, что наш завхоз. На протяжении долгих лет он занимался исследованием сценических технологий и на 60-летнем промежутке своей карьеры в любой момент мог взять на себя во время репетиции руководство техническими службами театра. Поэтому все восхищались и его литературным даром, и его способностью руководить техникой.